Всем привет! Каждая страна ставит свои новогодние елки. Но есть и страны-рекордсмены, где елки самые большие в мире. Давайте сегодня познакомимся с самой большой елкой в мире. Каждый год на севере Италии зажигается необычная и самая большая елка на всей планете, которую видно с любой точки города. Новый год принято встречать не только с мандаринами, снегом и сладостями, но и с елкой, которая радует глаз и поднимает всем настроение. Многие страны и города приобретают самые красивые елки для своего населения и тем самым создают новогоднее настроение. Тут итальянцы поняли, что обычной елкой уже мало кого удивишь, и создали световую инсталляцию, которую разместили на горе Инджина. Высота такой елки составила 650 метров. В состав елки входят 300 зеленых ламп, которые разместили по контуру, 130 синих ламп как украшение по центру, 130 желтых ламп как украшение по центру также, и еще 130 красных ламп вдобавок по центру к лампам синим и к лампам желтым. Проводов потребовалось свыше 7 километров. Звезда комета состоит из 200 лампочек, которые находятся на макушке ели. В 1991 году эта инсталляция попала в Книгу рекордов Гиннесса. Вся проводка этой елки круглый год находится на месте, и лишь за 3 месяца до праздника определенная группа людей ходит и проверяет каждую лампу на работоспособность, чтобы все работало идеально и радовало жителей, а также гостей этого города.